Друзья, всем привет! Попробую сделать влог о том, чем сейчас, именно сейчас, занимаюсь я днем, пока дети в школе. Я уже ранее упоминала, что я взяла еще два класса CC колледжа. Один из них — это офисный клерк, у меня по пятницам проходит с 12 до 5 вечера. И еще для тех, кто имеет высшее образование в других странах, не в США, у меня по вторникам и четвергам с 9 до 12, и, ну, и основной класс 3 уровня английского. По понедельникам, средам. То есть сейчас у меня каждый день английский. Если вам интересно, про что эти курсы, для кого они рассчитаны, стоит ли туда идти, рекомендую, кому рекомендую, вы пишите вопросы, я тогда попробую придумать какое-нибудь видео, рассказать вам то, что вас интересует. Пока я довольна, но об этом чуть позже. Сейчас приехала в HEB, а с HEB надо заехать на склад, взять кое-какие вещи, продали. Сейчас январь, и вообще на eBay это как бы мертвый сезон, вообще почти ничего не продается. Ну вот, месяц заканчивается, может, это с этим связано или еще что-то, как-то немножко зашевелился eBay. Вот, надо заехать на склад, взять кое-какие вещи, запаковать и отправить. Сейчас я иду в HEB. Несмотря на то, что мы были совсем недавно в Костко, мы уже не раз говорили, что в Костко всего не купишь, поэтому приходится еще ходить в обычный магазин. Да, купить. Дети все-таки хотят мороженого, йогуртов, каких-нибудь кефира. Да, и мы же купили, получается, салмон. Его надо сделать суши. Я вошла со стороны, где продаются промтовары. Сейчас загляну еще в отдел для животных, посмотрю что-нибудь для рыжика. Может взять корма такого. Рыжика мы уже не кормим фрискосом, покупаем дороже. И консервы из Костка он вообще не ест, которые паштете. Только есть те, которые дороже доллара за баночку. Можно такую посмотреть. 12 в соусе. Вроде бы не паштет. Ладно, возьмем, не знаю. Пойдем в молочку. Всегда стараешься что-нибудь взять новенькое. Приходится смотреть по содержанию калорий, углеводов, чтобы дети сильно даже йогуртов не переедали, чтобы все это было не сильно сладкое и вредное. Так что каждый раз прихожу в магазин и начинаю читать и считать, сколько калорий в упаковках. Возьму сегодня вот такие вот в тюбиках йогурты. 3,36 стоит такой йогурт. Возьмем кефир. Кефир мы берем. Вот такой берем кефир. Обычный, 3,25 жирности и без добавок. Потому что еще есть органик. 4,64. Вот это 3,648. Есть остальной с фруктовыми добавками. Еще, наверное, возьму питьевого йогурта. Алиса любит вот такой. Активию, клубника, банан. 3,42, 4 бутылки. А еще есть написано новинка. Вот такой иммуносистема. 4,47, 6 баночек. Клубничный. Может взять такой? Возьму такой. Для разнообразия. Так, сейчас возьмем творога. Берем такой творог. Возьмем еще крем-чиз. Такой. Ариш. Вот это вот соленое. Не соленое бывает очень редко. Мягкое. А это с маслом канола. Канола, по-моему, рапсовая, что ли. Возьмем, пусть будет соленое такое. 4,68. Возьмем яйца. В HEB мы берем вот эти вот яйца. 9,38. Они были последний раз 8 с копейками подорожали. 18 штук. Сейчас пройдемся по рядам сезона. Seasonal и Celebration. День Святого Валентина. И пойдем дальше. Импортных конфет в обычных магазинах обычно никогда нет, но к сезону они
упаковывают их и продают в тематической упаковке. Много всякой всячины. Очень много Милк шоколада. Такой возьмем себе. Бельгийский. Темно написано, $14. Да, возьму такую к праздникам. Хватает и всякой всячины, то есть не самого лучшего качества. Есть тоже шоколад и конфеты. И таких, в принципе, большинство. Особенно американский шоколад, он вообще невкусный. Поэтому, если вот есть возможность к праздникам какие-нибудь бельгийские, европейские покупать, ассортимент появляется, то предпочитаем его. Вот Милк. Карамель. Возьму такой еще. Заныкай, пусть лежит. Нам нужен рис для суши. Ты здесь просто отдел с рисом. А там еще есть, в принципе, отдел Asian Food. Там еще посмотрим. Но вот, в принципе, 5,58. По-моему, у нас такой даже дома был. Поэтому мы его все-таки положим. Вдруг, если не найдем в Asian отделе. 28 за 2, 26 2, за 2, 200 килограмма. Ну, рис здесь как бы разный есть. И басмати, и жасмин, и коричневый пропаренный, и суши, и длинный. Разный в коробочках, в пакетиках. Я вот тут еще вижу маленькие упаковки риса, вот суши, 2,28. Органик даже он там есть. А вот этого что, райс? А, это для ризотто рис. Может, я возьму даже на один раз, наверное, столько хватит, потому что дома еще есть рис. Так, а может быть, все-таки в азиатский магазин доедем и там что-нибудь купим. Там будет подешевле и выбор будет побольше. Пока возьмем маленькую пачечку. Такую. 22,28. Тем более, тот у нас был дома. Так, вот тут получается перловка. Это тоже перловка. Это кино. Мы давно кино не ели. Может взять кино? Кино. Да, наверное, надо взять. Еще только надо выбрать, какую. Это, кстати, вот такая готовая еда. Ее в микроволновке за 90 секунд разогреваешь, и все равно невкусная. Суховатая такая. Там когда-то покупали, пробовать, если где-то в отеле не будет возможности где-то поесть, чтобы можно было разогреть и поесть. Ну так, никому не понравилось. Так, кино ищем. Ну это на один раз, наверное, не стоит. А это булгур с красное кино. 48. Ну вот получается кино дорогая, это просто булгур. Давайте просто кино поищем. 5,58 органик кино. И вот здесь какая-то кино. Чи. Ой, в такой, может, баночки кино возьму. Белое кино. А вот есть цветная. Я возьму цветную. Не сильно мои любят, но она полезная, поэтому пусть будет. Возьмем такую. Сегодня на ужин буду жарить говяжий фарш. Может, посмотреть каких-нибудь крупных макарон фаршу. Или спагетти еще взять. Наверное, заканчивать уже, не помню. Возьму спагетти такие. И не помню, есть они у меня дома или нет. Какие-нибудь крупные макароны. Ничего не нравится. Еще надо рисовый уксус. Если найду, покажу. Надо в другом отделе азиатском искать. Там, где для суши все будет продаваться. Тут. А вон есть. Туда смотрела. Вот тут есть рисовый уксус. Для салатов, а где, чтобы было нарисовано, как для меня, что для суши. Ладно, наверное, смотри, надо в азиатский отдел сходить. А вот тут прям такой вот рисовый, натуральный. 2,28, ладно, возьму я такой. Здесь нарисован, по крайней мере, рис, а там просто салаты нарисованы. Хлеб иногда к выходным, больше даже вот берем такой лайт, 4,98 стоит. Для того, чтобы детям яйца пожарить. Они любят есть яйца в хлебе. А здесь как бы очень мало. В одном кусочке калорий только 45. Так, и вот там у нас пошла Asian Food. Надо посмотреть, что там есть для суши. А здесь ничего интересного нету. Только терияки, этот просто соевый соус. Всякие такие штуки. Ничего пока интересного не нашла. Какой-то рис.
коричневый даже. И возьмем водоросли, возьмем которых 20 штук за 6,84. А здесь по 5, о, здесь по 10 за 3,98. А здесь 10 за 4,28. Такие возьмем. Пойдем детям выберем мороженое. В основном покупаем блюбеловское, вот Тиламук, и либо ичибишную марку, вот Creamy Creation. Что-то из этих обычно покупаем. Что сегодня куплю, пока еще не знаю. Кстати, есть вот даже лайт варианты, в два раза меньше как бы сахара, есть вообще без сахара. Но если бы мы себе покупали, мы покупали бы лайт, но мы почти не едим. И, ну, естественно, что оно не такое вкусное, как с сахаром. Вот. А дети обычно сами выбирают. Алиса любит клубничные, Женя любит шоколадные, поэтому у меня сейчас стоит выбор, как мне сделать выбор, купить одно, чтобы угодить всем. В прошлый раз выбирала мороженое Алиса, черри, поэтому, наверное, сейчас выберем вкус любимый для Жени. Что-то с шоколадом. Ладно, возьмем такое. В этот раз пусть будет 6,98, полгаллона. Возьмем детям наггетсы, те, которые они любят. Вот такие вот с динозавриками. Когда, например, не хотят готовить, или они не хотят то, что мы едим, они тогда едят такие наггетсы. Почему-то именно только эти им нравятся. Так, как я говорила, в Костко курица нам не нравится, она слишком хрустит на зубах, поэтому куриное мясо надо взять в HEB. Ну, наверное, с куриного мяса только мне надо, наверное, грудка. Из всех производителей курицы я выбираю вот эту вот HEB марку. Надолго хватит. Сейчас только еще пакетик оторву и положу. Надо еще крабовых палочек купить каких-нибудь. Или тут только крабовое мясо. Взять на всякий случай хотя бы крабового мяса. Какие палочки только. А вот это вот что? Ну, естественно, это имитация крабов. Вот такие, наверное, возьмем. Слайсами. 3,48. Возьмем еще огурца и авокадо и пойдем на кассу. Вот длинные огурцы. Не совсем длинные. Надо какой-то выбрать. Такой, наверное, пойдет. Один огурец, 95 центов. Так, и авокадо. Здесь авокадо, типа, нарисовано, вот сколько дней надо, в течение скольких дней надо съесть, чтобы он не испортился. Эти, типа, написано 3-4, там 1-2, но если этот будет мягкий, то он 3-4 дня не полежит, как тоже проходили такое. Так, ладно, все, берем, идем на кассу. Мы уже на складе, нам надо забрать шкатулки. Яйца. 3 яйца было куплено. Подставки под медведей, которые росли. Под всяких полочек, которые были в последнем складе. Вот это вот с белыми шуфлядками было. И еще с цветными. Цветными Алиса согласилась забрать себе. Поставили. Тут, скорее всего, что Женя себе заберет. Основание для кровати. Фулл. А мы тоже предложили Жене. Ну, сказал, что типа высоковато. Но я думаю, мы его уговорим. Как только найдем и купим матрас. Думаю, мы его уговорим. То на сегодня, наверное, все. Забрала, что хотела. Поедем. Итак, мы освободили стол для упаковывания посылок. Сейчас идем и смотрим на eBay, что у нас оплачено. Итак, у нас продалась вот такая футболка Cowboys. Футболку мы отправим вот в таком пакетике. Сейчас туда запихнем и наклеим сверху лейбл. Вешиваем. 1 фунт получается. И записываем размеры. Лейбл будем печатать из eBay. Вторая наша сегодняшняя посылочка, отправочка будет вот такая вот шкатулка. Music Box Сан-Франциско из серии Cats Musical. Была продана. Сейчас мы тут вот, у нас всякая шмупурка, досталась тоже из складов. Запакуем, клеим лейбл. Еще одна посылка готова к отправке. Еще у нас продалась вот такое яйцо с Элвисом Пресли, оно побитое, его все равно купили, не помню уже за сколько, купили из Великобритании. Сейчас надо запаковать, потому что оно без коробки, и
отправить. Следующее, что мы будем запаковывать, это вот такие подставки под медведя. У нас их целая была коробка, но они до сих пор не продавались. И вот 8 штук были куплены. И последнее, что нам осталось запаковать, это 3 яйца. Это целое, это все тоже с первого склада. Это поврежденное, это тоже поврежденное. Купил один покупатель, и это все полетит в Германию. Поэтому мы сейчас пакуем, печатаем лейбл, заполняем декларацию. Все тоже через приложение eBay. И отправим. Коробка, которая полетит в Германию, была великовата для тех яиц. Мы ее подрезали и сделали меньше. И попался в одном из складов, был вот такой вот скотч. Мы позаклеивали все края, где-то были треснутая немножко коробка, тоже все подклеили. И так как там бьющиеся яйца, у нас есть еще вот такой вот скотч. Наклеим скотч, взвесим, запишем размеры, напечатаем этикетку. И потом, когда все посылки будут готовы, отвезем на дроп-офф наш любимый. На ужин сегодня будут банально макароны с фаршем. Фарш то, что купили в Костко, специи, соль. И томаты. Это все тушится и потом подается с макарошками. Если вы не знаете, сколько вам макарон варить на человека или сколько у вас там человек в семье, я вам расскажу. Меня американские пакеты с макаронами научили. И, в принципе, любой крупы. У них здесь написано порция на одного человека 56 грамм. И все, я вот по весам насыпаю, сколько там, приблизительно 226-250. И все. И, в принципе, это норма. Ну, нам хватает, то есть у нас на четверых, мы вот по этим весам, ну, у нас ничего не остается на один раз. Столько же, 56-52, в сухом виде риса, гречки, все работает. Этого на один раз достаточно, так что имейте в виду. Все, наши макароны готовы, несем на стол и будем кушать. Загрузили машину посылками, вещами на склад. Сегодня суббота, раньше не получилось отвезти посылки на склад, не было времени. Беру с собой Ярослава, потому что ну, не хочется носить тяжелые коробки и кондиционеры самой. Поэтому сейчас едем на Liberty Mail. Кстати, получается, это такая точка, где партнером являются FedEx, USPS, UPS, где можно сдать туда посылки и забрать посылки этих компаний. Единственное, если через Liberty Mail отправлять посылки, получается дороже. Они берут, наверное, комиссию, какую-то наценку, чем на обычной почте. Но если мы отправляем, печатаем этикетки через eBay, мы просто привозим на дроп-офф. Очень удобно, потому что очень близко, рядом с домом. Не надо ехать на почту. Все, сейчас мы едем на почту сначала, потом на склад. Внутри уже мы не снимаем, потому что там небольшое помещение с хозяевами этого Liberty Mail центра. И чтобы их не смущать, мы не снимаем. Забегаем, оставляем и убегаем. Что про кондиционеры, сам расскажи. Расскажи, что не покупают кондиционеры. Два оконных кондиционера никто не хочет покупать. Ну, вот ты уже сам рассказал, так что у нас в одном складе был один кондиционер. Вот в последнем складе давай, тоже был кондиционер. Сейчас, вот. Оконных кондиционеров у нас два на складе. Будет храниться. Так, все. На складе мы сделали все, что хотели. Вещи привезли, посылки отправили. Что ты там, папа, делаешь? Да я снять хочу. Ну да, потому что он уже не включается никак, да, это бесполезно. На складе у нас не сильно много вещей, но по чуть-чуть продаются. Из старых складов продаются, из новых. Медленно, хотелось бы быстрее, но как есть. Мы тут подумали на днях, что надо, наверное, все-таки склад пополнять, чтобы больше было продаж. Ты согласен, папа, да? Ага. Вот. Так что оставайтесь с нами. Я думаю, что мы еще что-нибудь прикупим. Как скоро, не знаю, но, наверное, что-нибудь купим, когда соскучимся. И будет не... Либо же не будет чем торговать. Все. А пока на этом. И пока я делала домашнее задание по английскому, наш папа приготовил нам ужин, накрутил нам суши, поэтому сейчас будем ужинать. А вам всем, друзья, пока-пока.